Добрый день, уважаемые зрители. Очередной пример недоумков из метро. Вот из-за того, что у них на витрине вот так вот стоит вода, и вот одна бутылка не пробилась, я сейчас уже 10 минут потратил на то, чтобы купить воды. Вот. И мне тут сообщили, что им неизвестно о том, что можно не только по бутылке продавать, а если это для личного потребления, то можно выводить эту воду из оборота, в принципе, пачками. Но целая сеть Metro Cash & Carry, они не знают, как эта вода. Вот экспресс-доставка, очередной, так сказать, подоспели, уложились в норматив. Вот. Потому что у нас никто головой думать не хочет. Вот. Они сейчас благополучно бьют упаковки по одной штуке. Это вот апофигия маразма и идиотизма. Всего вам доброго.